Друзья, всем добрый вечер. Хишам. Привет. Вас снимать нельзя? Можно. Друзья, хочу сейчас поблагодарить одного из самых главных людей, который находится в этом отеле, Хишама, который пригласил меня в этот замечательный отель, который руководит всеми процессами. Человек, который делает так, чтобы в этом отеле всегда была стопроцентная наполненность людьми. Да, Хишам? Спасибо. Я даже сегодня не могла заехать, между прочим. Конечно. Полдня мучилась, сидела на диване, я очень хотела спать. Но благодаря этому человеку в этом отеле всегда... Отель сейчас очень занят, чтоб цель. Благодаря очень вам. Благодаря вам. Да-да. Вот, благодаря этому человеку в отеле всегда 100% заполненность, учитывая то, что сейчас в Египте где-то 30-40% заполненность, а здесь всегда 100%. Вот много написано, что это правда. Да, да. Вот благодаря этому человеку, да. Я смотрела, это правда, легенда, это 100% сейчас. Вот, вот. Вы молодец, спасибо большое за приглашение. Вы обещали сегодня посетить? Вы обещали? Обещали. Вот. Друзья мои, сейчас проведу небольшой прямой эфир. Я вам сторис уже сняла. Я вам покажу, какой сегодня проходит гала-ужин в отеле Nubian Village. Я нахожусь в Айленде, но он рядышком. А это Village. Смотрите, как красиво, вкусно здесь все сделано. Не то, что в некоторых отелях. Ну что, погнали. Сладкоежкам всем огромный привет. Ну, я сейчас тоже, наверное, сюда налечу и буду это все есть. Чистые, аккуратные повара. Спасибо большое. Короче, я не знаю, на что напасть. Вот такие красивые индюшки здесь делают. Ну, что кушать, а? Что кушать? У меня слюни тянутся везде. Я сейчас покажу мою любимую территорию. Сейчас, короче, в этом зале будет негде сесть. Я вам покажу сейчас мою любимую территорию. Я в сторисах показала, но в прямом эфире тоже хочу показать. Друзья мои, это просто... Молодцы! Хороший мальчик. Друзья мои, это моя любимая территория. Морепродукты, суши, крабы. Раз в неделю в одном из отелей, Village или Island, происходят вот такие вот мероприятия. Все столы засервированы. Сейчас буквально через 5 минут буду запускать людей. Молодцы, молодцы! А я сейчас накинусь вот сюда. Я буду сейчас здесь стоять, чтобы никто это не забрал. Как все-таки приятно, когда в отеле к людям относятся не как к свиньям, а как к людям. Правильно, друзья мои? Вот один из отелей, в котором относятся к людям как к людям. Nubian, Island и Village. Ну все. Хорошо. Друзья мои, мы садимся за стол. Сейчас будем кушать. Я не хочу кушать, но придется. Я не могу удержаться. Всем привет, я не знаю, сейчас буду держать или не буду держать прямой эфир. Хабибка. Какая Хабибка? О, проснулись! Проснулись! Называй Хабиб. Это любимый, значит. Я не могу называть любимые людей, которых я не знаю. Друзья мои, я не знаю, что брать. Качество плохое видео. Ну, извините, что я сделаю, я себя хорошо вижу. Все, друзья, попозже выйду прямой эфир. Можно мне пожрать морепродуктов? На связь.